У Лены Миро в блоге она поместила фотографии Бузовой, которая разожралась в больнице. И на фотографии прям этот жирок, жировая отслойка вылазит из-под кофточки. У нее открыто тело, и вот так вылез жирок. И хочу вам показать, как на дне рождения у Милохина, который справлял 20-летие, Ольга Бузова принесла кроссовки, которые Даня Милохин мечтал о таких. Вот, и она залезла на шею Милохина. Ей захотелось хоть раз в жизни посидеть на шее. И взгромоздилась. А фолловеры написали: «О, ужас! Скромности никакой! Под сороковник на ребенка не постеснялась, главное, не на лицо. Она хотела бы жить на Милохине. Раздавишь, кобылица!» Вот так высказались некоторые фолловеры. Ужаснулись. Но куда на самом деле такой громадине залезть на Милохина? Милохин еле-еле на ледниковом периоде поднимает Медведеву. Она худенькая, маленькая, миниатюрная. А эта забралась прям на шею. Так и хочет поссорить Милохина со всеми. А если бы он уронил, все, был бы конец Милохину. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будете в курсе событий, что происходит в нашей стране и за